Всех приветствую на своем канале, с вами Суги. Сегодня у нас продолжение Need for Speed Pro. О, какой Pro? Этот, Most Wanted, да. Pro, что Pro? Непонятно. Мы гоняемся сегодня против Вика. Будем стараться получить Супру. Супру, ребят, Супра. Я видел какой-то вот ролик, шортс мне попался. Но это я расскажу потом, ладно. Если не забуду, расскажу потом. А пока что у нас Вик, ребят, Вик. Гоночки с ним. Я, кстати, играл вне записи, да, выполнил миссии, которые там оставались. Вот, прям вот все, да, выполнил. Немножечко денег подзаработал. Нам это все нужно. Вот она, Супра, летит к нам. Вот она. Ух, какие, смотрите, какие кадры. Ой-ой-ой-ой-ой. Сюда. Прям такая вот камера, это прикольно. Так немного трясется, как будто, знаете, прям реально человек снимает. Ну прям, как он хорошо стартанул, вы видели? У него прям отличный старт был. И он очень... У него супра слишком сильная, ребят. У него очень сильная супра. Тихо-тихо. Я чуть-чуть... Я чутка вот... Блин. Чутка как-то я вот... Сейчас надо привыкнуть к управлению. Сейчас все будет, ребят. Надо немножко привыкнуть. Потому что пока что он очень сильный. Сейчас такое чувство, как будто он супер-супер сильный. Прям вот нереально сильный, очень хорошо прям, но он едет. Прям вот он отлично гоняется. Так, ладно. Здесь все пока что хорошо, но он очень быстрый. Он прям нереально быстрый. Ребята, он вот мчится сзади нас. Но опять же, временно, мне кажется, сзади нас, да. Вот он уже. Вот он уже здесь. Так, немножко замедление. Аккуратненько. Аккуратненько, въехали в повороте. Хорошо. Главное сейчас тут не затопить, потому что я потом могу его не догнать, в принципе. Очень надо сейчас аккуратненько. Очень аккуратненько нужно выигрывать эту гоночку. Потому что, опять же, он может... Если оторвется впереди меня, я могу его там не догнать. И это вот вообще не прикол, он очень быстрый. Куда ехать? Ладно, я поехал сюда. Эти туннели какие-то. Возможно, у него машина очень быстро, но не поворотливая. Такое, кстати, может быть. Но... Насколько это правда, непонятно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо. Держимся. Да все нормально пока что. Но он, опять же, очень быстрый. Походу, вот на таких вот прямиках он будет нас догонять. Возможно, реально у него просто управляемость машины плохая. Тут прям на нитро нужно выезжать. Ой-ой-ой, не въехал немножко, нормально. Я прям смотрю на карту очень часто. Просто смотреть ли, не догоняет ли он нас. Он очень сильный, он прям хорош. Он прям силен, ребята. Опять же, это не настолько он силен, как его машина. Так его супра прям очень хороша. Ну это Супра, ребят, Супра. Что поделаешь с этой Супрой? Так, вот тут надо сейчас аккуратно. Вот тут сейчас главное реально не затупить. Потому что финал очень близко. Тихо. Он очень быстрый, ребят, он очень быстрый. Фу, нормально вроде есть. Отлично. О, вон сзади, ребят, вон. На фотографии даже. Так, спринт. Продолжаем спринтовать с ним. Уф. Ну, кстати, моя машинка мне нравится. Прикольная. Но его супру я бы с радостью... На его супре я бы с радостью погонял. Сразу просто в максимум. Блин, а там резкий поворот. Вот там можно... Надо было, наверное, нитро завязать. Вот в этом месте. Оп. Вот такой полицейский разворотик. Тихо. Оп, и нитро. Ясно. Нормально вроде. Он сзади меня. Он ни на секунду не... Ну, особо не отстает. То есть он прям держится. И один затуп реально, и он меня обгоняет. Это очень плохо. Очень-очень плохо. Тихо. О, чё он так резко затормозил машину и так испугался он. Очень странно это сейчас было. Ребят, все куплено, он подается мне.
Давай, давай, давай. Ой, да ладно, я въехал в этот поворот. Как красиво. Блин, надо было, наверное, сдалека больше заезжать. Ладно, я тоже въехал в этот поворот. Хорошо. Кстати, музыку, наверное, все-таки, возможно, потише может сделать. Нет, нет, нормально. Это потише в GTA надо сделать, я забыл. Я просто вспомнил то, что мне те ТП-шки прилетают очень сильно. Вот. И это в GTA-шечке, да, третьей. Кто не знает, да, может. Только NFS-очку смотрит, а у нас GTA еще. Ой, выходит на канале третья. Пока что потом еще будут другие Vice City, San Andreas. Вот, но пока что ее проходим. Можете на канале посмотреть. Так, ну пока что все хорошо. Блин, ладно. Я прям вначале очень испугался, опять же, потому что он так стартанул. И опять же, он очень быстрый, очень быстрый. Ну его это супер прям могет, ребят, супер могет. Но я, знаете, я просто, знаете, что боялся? То, что я эту машину вот нашу затюнил. И, возможно... Стой, стой, старый, старый, ты куда? Подожди, старый. Нет, нет, нет. Тихо, 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 тихо. Я то, что боялся, то, что я свою машину затюнил, и, возможно, моя была бы, знаете, получше, типа, его уже. Но, походу, точно нет. Короче, вот, а теперь рассказываю. Я видел, мне попался шортс, на котором человек рассказывает, что если выбирать третий жетон, а потом второй, то где-то 90% шанс, то, что будет машина. Я не знаю, насколько это правда, но... Давайте проверим. Третий выбираю. Деньги. И теперь второй. 25 тысяч я получил. А где Супра? Вот создатель этого видео. Где моя машина? Я хотел вообще первый и второй выбирать, но видите. Меня просто надули очень жестко. Ладно. 12-я EC. Я, кстати, не читал описание того этого. Ладно. Так, все, что хочешь, но не связывайся с EC. Почему все, что хочешь. Не понял. Здесь как-то перевод, возможно, немного кривой. У нее вместо крови закись азота. А тачки ее сестры. У нее вся семья такая. Даже прадед в свое время был гонщиком. Кстати, тут ошивается куча ее родичей. Настоящая банда. Окей, окей, окей. Что это за тачка, кстати, я не помню. Ух, какой трачок. Изи. RX-8. Это что за машина? Я сейчас не помню. А, это Mazda, да, да. Mazda, Mazda. Ну, я, кстати, не знаю, хочу ли я Mazda. Типа она, возможно, если ее выиграют, просто на автопродажу пойдет. Ладно. Так. Мия. Я слышала, ты уже катаешься в Кэмпене? Хорошо. А, мы новый регион открыли. Ну, да. Можешь и не успеть. Так, теперь что? Сколько у меня денег? Едем. Ребята, едем. Смотреть новую тачку. Она неплоха. Вот эта, которую сейчас я управляю, она неплоха. Но хочется проверить, сколько супра стоит. Просто для интереса. А я еще выиграл денег у этого босса. 25 тысяч лишних. То есть еще с гонок. Посмотрим, сколько стоит тачка. Посмотрим, просто возможно что-то прикупим. Давайте посмотрим. 54 тысячи у нас. Но еще на продажу. Ну, возможно, неплохо. Давайте посмотрим, сколько стоит Супра. 40, ребят, 40 она стоит. Но я очень хочу Супру. Вы даже не представляете. Максимальная скорость большущая. Я очень хочу Супру, ребят. Но тут даже без вариантов. Погнали.
Ну, я прям очень хочу на ней погонять. Но мне кажется, что у меня не хватит денег сейчас ее затюнить. Вот это, возможно, будет проблема. Но, надеюсь, будет хорошо. Я еще не уверен. А, кстати, тачку нужно прошлую продать. Так, сколько она стоит вообще? Сколько вот продать? 15 тысяч. То есть сколько у меня сейчас денег? 15, то есть я буду иметь 30 тысяч. Погнали. Тридцатка у нас есть. Чутка ее сейчас подзатюнем. Блин, мне кажется, сейчас на тюнинг все возможно уйдет, а я даже внешний вид ее не смогу изменить. Блин, возможно, я немного поторопился, но ничего. Ну ладно, посмотрим сейчас. Тюнинг, так, нитро. Сразу закись азота. Берем. Дальше немножко... турбонадув очень дорогой, да? Так, стоимость 5000. Берем. Тормоза, да? Шины берем 100%. Закись азота я уже взял. Подвеска не знаю, но вообще... Подвесочку тоже берем. Трансмиссия. Так, подожди. Двигатель берем. Двадцаточка. Сколько трансмиссия стоит? 4800. Ну вот, 25 тысяч даю. И там что-то вот осталось на стайлинг. Ну прям вот. А, понял, мне даже не хватает на особо большущий тюнинг, как-то ее дам. Спойлеры сколько стоят? Но мне ее спойлер не нравится. Вот этот я, возможно, бы взял. Да, диски 100% нужно менять. Эти прям вообще никуда. Ни в какие ворота, ребят. Ни в какие. Вот что-то, возможно, вот такого я бы хотел бы видеть на Супре. Вполне возможно. Вот такие хочу. Так, сколько у нас денег? Сколько осталось? Просто посмотрим. 1400. Пу-пу-пу, ребят. У нас все больше денег на ничего не хватает. Не хватает. Можем посмотреть отделку, конечно. Подождите, а тут вот я могу теперь металлик. Специальный металлик, да? Глянец. Так. Металлик, давайте посмотрим. Какие-нибудь, может быть. Какой цвет вот ей бы подошел? Супра. Какой хочу видеть цвет Супра? Сразу выберем, потом еще дотюнимся, что ее, ребят. А возможно, нет. Возможно, мы ее такими... Ух ты, какой заиграл, конечно. Пу-пу-пу. Вот такой может. А, кстати, вот это неплохой цвет, мне нравится. Берем. У нас денег вообще не осталось. Чисто вот что-то мы сделали. Просто вот на что денег хватало. Ну, возможно, ладно. Ну, конечно, я бы этот кузов, да, что поменял, вот этот первый. Мне не нравится немножко. Ну, ладно, нормально. На первое время сойдет точно, но, возможно, не на первое даже. Посмотрим, в принципе, посмотрим.
Вот, тут я у этого типа где-то вот, у Вика, я прям вот все выполнил, все вот гоночки. Ну и Иси. Так, давайте сразу пари, которые вот на время вот эти сразу сгоняем. Посмотрим, как нам машиночка подойдет. Сколько нужно было проехать, я не увидел. Я вот не увидел. Просто разгоняюсь. Отлично, хватило времени. Хорошо. Слушай, такое дело. Ты в курсе, что цыпочка по имени Мия делает на тебя огромные бабки? И не делится. Между прочим, на нее дело заведено. Ее пасут, точно говорю. Я бы держался от нее подальше. Он и предупреждал, да, то, что там деньги будут что-то зарабатывать на нас. Вот. Что такое было? Было, что такое было? 100%. Так, пари. Погнали. Еще одна гонка. Ну как гонка, точнее, вот это пари. Ой, трек мой любимый. Мой любимый. Ну вот, а хорошо. Ну, пока что супер справляется. Какой трек? Так, Dress Racing, давайте. А я не помню кнопки, кстати. Сейчас буду пробовать с Shift, если не ошибаюсь, да? Чтобы передачу понимать. А, вы еще не знаете даже, что это точно. Да? Давайте посмотрим. Ну, возможно, знаете. Но. На дрэге главное вовремя переключать передачи. Следи за цветом индикатора. Видишь зеленый, жми. Тут такие скорости, что рулить просто некогда. Но это и не нужно. Захочешь перестроиться, слегка поверни, и твоя машина сама займет нужный ряд. Если ты вдруг отстал, примени впрыск закиси азота. Вырвавшись вперед, постарайся не расслабляться. Смотри в оба, чтобы тебя никто не обогнал. Вот. Сейчас очень аккуратно. Ну, блин, супер. Ну, такая. Она как будто, вот, знаете, чуть-чуть недоделанная, но нормально, нормально. А, я провалил. Отлично. 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 Ну вот и все. Тихо. Сейчас бы не врезаться только. Сейчас бы вот реально только бы не врезаться. Стой. Сейчас бы вот только не врезаться. Вообще боюсь, не вижу ничего. Куда ты выехал? Что это было? Я победитель. Скоро купа начнет снимать твою тачку в лицо, поэтому езди всегда на одной неприкольно. Если у тебя их несколько, да, все нормально. Вы видели? Мы просто в один момент на финиш приехали. Это жестко. Сейчас было. Так, Dress Racing мы сделали. Сколько мы получили? Денежный приз 750. Зачем я вообще этим занялся? Так, ладно. Можно, кстати, какие-нибудь гоночки повыполнять. А давайте вот, секундомер. Мы, кстати, как-то на роликах секундомер не делаю, чтобы гоночки поинтереснее было смотреть. Но можно. Один хотя бы, да. Ну, можно. Опять же, все, что останется, я выполню вне записи. Как же мне нравится Супра. Я обожаю, ребят, Супру. Просто вот люблю. Но... что мы чуть-чуть не дотянули. Возможно, мы сейчас этими займемся. Мы сейчас немножко денег подзаработаем. И прям вот в нее. А может, не будем. Нет. Вот она вот такая у нас, ребят. Все. Вот такая у нас Супра. Все. Все, ребят. Все. Я смирился. Вот такие, вот такой вот мы ее сделали. И все пока что. Потом, возможно, если она у нас останется, мы ее что-то изменим. А если не останется, то тогда... Ой. Если не останется, тогда... посмотрим. Я вообще, возможно, на Супре выиграл бы даже несколько гонщиков. То есть на Супре просто вот бы гонщиков, ну, в черном списке боссов, типа. Я бы на ней, возможно, побольше времени покатался. На этой Супре. Чутка побольше времени. Раз денег подзаработаем, там можно будет что-то купить другое, ребят. Но пока что, возможно, на Супре мы побольше немножко времени покатаемся. И как раз...
возможно, все-таки тогда ее изменить стоит, но... Не сейчас. Но она неплохая, ребят, она неплохая. Прям выглядит, ну, нормально. Хорошо выглядит. Такая обычненькая, знаете, без особого вот этого понта, просто вот красивенькая Супра. Мне нравится. Прям хорошо. Лобовуха уже разбита. Но мне нравится. Кстати, хорошо едет, опять же, тот же секундомер. Хорошо побеждаем. В прошлой, да, тоже гоночке хорошо себя показала. Там, где на время вон все нужно было, хорошо проходило этого уровня. Зато, получается, нормально мы ее вкачали. Прям вот идеально. Можно, конечно, еще там больше вкачать, но это уже тоже, да, как бы, чтобы не было бы слишком нам тут просто. Чтобы не было нам тут слишком просто. Не знаю, мне нравится она. Вот так вот просто по прямой прыгаю. Полетел. Немножко сбил, ладно. Ну, не факт. С этим бы я поспорил бы, конечно. Так, давайте, а что дальше? Истребитель, кстати, вот это, возможно, будет сейчас легчайший на этой супре. Возможно, мы будем показывать просто бешеные результаты. Мустанг. А вот Мустанг я бы, возможно, взял, но не факт. Но возможно. Давай, полетел. Полетел. Оп, 202, нормально? Да, на первом месте, отлично. Тихо. Конечно, жаль то, что это не босса машина, да, опять же. В любом случае, на супре я хотел покататься, вот она. Но, опять же, это моя созданная лично мною. Но я вот, сука, денег бы сэкономил. Ой-ой-ой, ребята. Столько бы денег сэкономил. Но, опять же, ну что поделаешь, когда хочется покататься на супре, ничего не поделаешь. Опять же, еще в будущем у нас тоже будут машинки, которые, на которых мы тоже захотим покататься. Это что сейчас ездит за мной? Это не моя машина, которую вот я гонял? Как она там? Митсубиши, да? Это случаем не оно? Как будто это может быть оно, возможно. Оп, 639. Мы на первом месте пока что. Мне кажется, вот в истребителе вот эта супра просто будет себя показывать очень хорошо. Опять же, из-за максимальной ее скорости. И она быстро разгоняется, все прям идеально. И управляемость еще есть. Прям вот хорошая машина. Хорошая. Мне супра нравится. Ой-ой-ой. Чуть не снесло. Так. Чуть не врезался. 207, это, кстати, мало, можно было больше. Я еще, ой, как затупил. Ну, ладно. Тут не главное первым проехать, а сколько? Сколько я проеду? Ну, вот эти прям вообще. Я вот затупил, они меня только-только обгоняют. Ой, еще раз затупил. А вот это уже плохо. Это уже фиаско, ребят. Это прям уже не то, ну... Это проблема. Там чел, смотрите, а, нет, все нормально. Я думал, он проехал, и то меня даже не догнал по времени. Ребята, я топ-2, все. Давайте сразу переигрывать. Ну, было бы легчайше, если бы я просто вот в конце не подзатупил. Чутка, прямо чуть-чуть. Чуть-чуть под конец я затупил. О, как свет, я ничего не вижу. Свет слепит. Оп, аккуратнее. Ой, как красиво в поворот вошел. Вот сейчас прям идеально, ребята, идеально. Как мне нравится эта супра, я не могу, ребята, я буду говорить это весь ролик. Просто она нереально. Да, это Митсубиши мой. Ты что делаешь?
Я его только что продал, ребят. Это именно моя машина, походу, еще он купил мою. И тут раз... Вообще, смотрите, куда он погнал. Конечно, купил за сколько там, 15 тысяч или 12. Сколько я там продал? Вообще за копейки, за тюнитую тачку. За такие копейки, это вообще бред. Ее можно было дороже намного продавать. Ну ладно. Это прям вот бред бредом. Оп, хорошо. Как мы так дешево машину продаем, это такое. Надеюсь, хотя бы эту супру мы подороже продадим. Потому что, опять же, я хочу на ней, возможно, немного побольше покататься. Это, возможно, то, что мы в нее немного больше денег будем вливать. А больше денег это... Значит... То, что... Ой, автобус. Больше денег значит то, что, опять же, мы больше... потратим денег на тачку, а получим... В итоге, в любом случае, мало. То есть продавать ее тогда... Не знаю, да, есть ли это смысл в нее вообще много вкладываться. Но, опять же, мне супра нравится. Хочу на ней побольше покататься. Все, там финиш тут просто уже. Первым можно доезжать. Ну вот я первый. Хорошо, хорошо. Ну вот этот чел, опять же, на Митсубиши, очень хорошо едет. Отлично. Сколько? Еще одна гонка. Ну погнали, кольцо-то кольцо. Нужно, нужно тоже немножечко окольцевывать, показывать скилл, ребята. Уф, какая супра. 3, 2, 1. Погнали, отличный старт. Как я просто отрываюсь на этой супре. Уф. Она мне прям нравится. Прям вот она хороша. Ребят, я не могу. Опять же, буду весь ролик об этом говорить, насколько эта супра хороша. Так, кто там с нами вообще? Леп... Кто? Лепус? Ой. Лепус. Хайбим, о боже. Хорошо, то что не хай... Ну, не буду даже говорить. Ой, я что-то съехал с дороги. Так, как тут аккуратно. Меня кто-то догоняет. Это что, Мустанг снова? Снова этот Мустанг. Ребят, эти Мустанги вообще уже оборзели. Оп-о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 п. Тихо-тихо-тихо-тихо. Еще и погнал меня. Что он себе позволяет, ребят? Ну, стой. Оп. Прощай, друг. А, это в метрах. Вот что-то, видите, плюс 12, плюс 20 метров. Это все в метрах, оказывается. Вот что это. За... Что это? У меня снова игра просто свернулась. Я не понимаю, почему он иногда она сворачивается. Очень странно. Очень странно. Она просто вот иногда сворачивается. Я еще слил, походу. Куда я поехал? О, надо переиграть. Ладно. Даже не буду пробовать. Просто, ребят, игра сворачивается иногда. Из-за чего? Все, сейчас не тупим. Ну, Мустанг надо просто не пропускать вперед. Все будет хорошо. О, трек еще хороший играет на фоне. Все, все, надо побеждать, ребят. Ну, блин, то, что игра вот не вылетает, иногда вылетать еще может, но просто сворачивается, вот это непонятно. Может я кнопку случайно нажал? Да нет, вроде. Не понял, если честно. Что-то произошло. Я изначально подумал, что игра вылетела просто. Но потом оказалось то, что нет, не вылетело. Просто вот свернулось. Почему? Опять же, это уже не впервые в Most Wanted. Стой, стой. Ой, ой. Ой-ой-ой. Прям такое облегчение сейчас получил. Просто как я не врезался, ребят. Как я не врезался. Полегчало, ребят. Мне полегчало очень сильно.
Да, вот это было близко. Просто чуть не врезался. Но нормально. Помимо того, что запись у меня не сломалась, ничего, просто дальше идет. Это отлично. Это отлично. Так, тут налево. Ой, как хорошо зашел в поворот. Нормально. А кто на Lexus? Ой, на Lexus. На Мустанге едет. Мне интересно. Кто это? Что это за человек? Как у нас нитро просто выравнивается. Хорошо. Блин. Это машина. Блин, а кто за на Мустанге реально? Просто, чтобы понимать, на каком мы сейчас там месте. Ну, хотя они там все вместе едут. Да, едут все вместе. Зато особо... Ой, разницы нету. Особо разницы нету. Так, здесь просто вот так вот прямо прыгаем. Оп. Чутко врезался. Плохо. Кто там сзади? Не вижу. Не понимаю. Мустанг ли это? Стой. Хорошо. Стой. Нет, это не Мустанг, ребят. Это не Мустанг за нами. Главное сейчас не тупить. Просто не тупить. Аккуратно в этой гонке нужно сейчас все сделать. Оп, нитро немного. Просто прямо едем. Вот так. Оп, чутка повернули. Блямба. Слишком. Большой поворот, нормально. Где он? Это Мерседес, ребят. Это Мерседес. А я свернул. Этот Мерседес я не могу, ребят. Я еще не отличный старт сделал сейчас. Серьезные, ребят, противники у нас. Серьезные противники. Реально, я там просто вот врезался, мне немного не хватило времени. Это обидно, это просто нереально обидно. Как же обидно. Ну, тут прям сильные противники попались. Хотя вот в начале, да, оп, я прям очень далеко. Но это в одном моменте, где-то вот здесь, вот я очень... Что это было? Или нет, подальше. Где-то я туплю, и вот и все. Вот в этом. На вот этих вот поворотах. Прям вот здесь вот может иногда плачевно закончиться. Оп, хорошо. Ой, как хорошо зашел. Нет, тут видите, там плюс 3 писалось, да? А тут вот 250 метров. Нет, не понимаю тогда что-то. Тогда не понимаю. Тогда все-таки не понимаю. Но не суть, не суть. Лжата по времени, 3 секунды, допустим. Возможно. Но не суть, не суть сейчас. Главное, гонку эту победить. Не знаю, тут нужно ли сокращать. Да я рисковать сейчас не особо хочу. Просто аккуратненько буду ехать. Вот сейчас на этом втором круге. Главное, не затупить нигде. Просто аккуратненько побеждать. Ой-ой-ой, хорошо, вот тут сошел. Нитро. Здесь тоже нормально. Фух, потеем. Хотя они вроде далеко, но надо попотеть. Потому что опять же один затуп и все. Один затуп и все. Здесь тоже можно нитро завязать. Так вот здесь. Знаете, как я лучше сделаю? Вот так, оп. Хорошо. Хорошо. Ой-ой. На карту посмотрел. Все нормально. Все вроде как нормально. Вроде как все хорошо. Хотя нам один за нами едет. Но опять же он далеко. Он очень далеко. Нечего переживать. Но это было опасно.
Сколько раз мы уже гонку это... Меня просто занесло, ты сейчас серьезно? Ух, да, все нормально. Все нормально, немножко вот подзанесло под конец. Но все хорошо. Все хорошо, то, что хорошо кончается. Ну как? Ну как? Если тут такое веселье, то что же будет в Рокпорте, а? Кстати, Рейзер тут мутит воду, но ты не волнуйся. Что ж ему еще делать, бедняги? Он хочет тебя урыть, кровь из носа. Плевать. Знай, гоняйся, и все будет путем. Ты его достанешь, а я разбогатею. До встречи. Окей. Нету никаких проблем. Ну что, погнали пари выполнять. Какие у нас пари? Столкнуться, оторваться и заставить 4 минуты и гоняться. Кстати, можно попробовать оторваться, выполнить просто вот сразу. Смотрите. Пусть, а в каком месте мы начинаем гонку? Где-то непонятно, я не хочу по другому городу кататься. Я начну в этом старом. Смотрите, что я делаю. А я делаю все по красоте. Езжай за мной. Сейчас мы быстро оторвемся, а потом другие гонки буду выполнять. Так, ладно, он очень плох. Супер, оп. Теперь смотрите, что... Я застрял. Едем домой. Гений. Просто быстренько, пока первый уровень вот этого. А, уже и так оторвался. А, нет, вот. Вот и теперь можно покататься и дальше. И другие пари выполнить. Здесь надо покататься с ними. 4 минуты и 8 полицейских просто задеть. Вот это уже по-нашему. О, сам задел меня, отлично. Фиолетовая Супра. Ух, как он это красиво говорит, да? Фиолетовая Супра. Да, это моя машина. Это моя машина. Ну что, 4 минуты. Будем просто кататься. Что нам еще делать? Просто гонять. Вот это очень красивый был план. То, что вот быстренько оторваться. Просто чтобы не тратить потом на это время. Ой. Опять же, пока первый уровень, да, вот легко оторваться, бам-бам, и все. И все. Легкий квест, легкий. Оп. Второй полицейский. Есть еще много. Еще 4 нужно. А нет, 6, подождите, а их... А, 8. Почему ты думал 6? 8, ой, это очень много, еще 6. Это, ребят, как-то... Еще 6. Это опасно, это страшно. Ну ничего. Кстати, очень быстро уровень этого, как его, розыска, вот это, не знаю, как это. Ой, я что-то оторвался, ребят. Что-то я оторвался. Даже немножко в этот врезался. Даже невнимательно как-то начал смотреть и случайно сам врезался. Вот так тем. Вот третий коп, я увидел на карте. Отлично. Преследую нарушителя. Ну, давай, преследуй. Ну, преследуй меня. У тебя ничего не получится. Я тут топовый гонщик. Топовый гонщик, ребята. Топовый гонщик. У-у-у. Опа. 10-85. Новый голос, смотрите. Вот кого вроде не слышали. Опять потеряли меня. О боже, ребята, вы чё? О, еще где-то впереди есть. Стой, где? Я его не вижу. Вижу. Нет, какие уйти далеко? Стой! Ребят, я не знаю, я просто не знаю, что делать. Я случайно оторвался, но у меня слишком быстрая машина, что могу с этим поделать? Фиолетовая Супра. Ну давай. Фу, даже не врезался в меня. Боже, какие вы клоуны, ребята, какие. Это сильно. Это
Ты там едешь, нет? Это сильно. Это прям сильно. Да, я хотел по-быстренькому, тут чисто 4 минуты погоняться, и все, и можно ролик заканчивать, но походу тут время не займет мне. С ними, походу придется тут добрать его поскорее. Смотрите, там сами не возьмитесь. Я все смотрю назад, вот, как он там едет. Боже, что с ними? Перекрывай, конечно, удачи. Удачи, ребята, вам просто удачи. Ну и где он? Снова меня потерял. Ой. Так, подожди, это другой? А, нет, это все мой тот же. Что с ним случилось? Он просто так пострадал. Ой, я язык поменял, ребят. Я язык поменял. Оп. А вы, наверное, не увидели, как я язык поменял. Точно, у вас игра. Записывается только игра. Давайте, X2 этот. Статус 2, погнали. Ну, я готов. Ну, опять отрыв. А где? Подождите, а где он? Так, сзади они поехали в другую сторону. Ну вы издеваетесь. Ну вы реально просто издеваетесь надо мной. Вы просто издеваетесь. На запад я ехал. Вы где? А, боже. Ну быстрее, ну где они? Северо-запад это где? Опять же, тоже очень важно понимать. На тебе. Кузим, я просто прямо ехал. Сколько у них все плохо, ребят. Почему они настолько слабые? Вот эти черные машиночки. Ну-ка, ну-ка. 10 машин за мной будет ехать. Теля твоя супра. Заметным превышением. 60 целых еду. А, нет, в принципе, и соточка, да. У меня машина же разгоняется, ребят. Вот, и вам снесу тут сейчас все. За то, что вы такие идиоты, просто вы. Я не знаю, хуже полицейским, чем вы. Вы меня потеряли уже 3 раза. Я все приезжаю в то же место. То, что вы просто... Они начали за мной ехать. На тебе. Опа, опа, опа. Ой-ой-ой. ДТП. Ну и вы только продолжите, пожалуйста. А то вы умеете. Оп, 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 как красиво его размонтил, чекайте. А нет. А нет, все-таки за мной поехал. Тот сзади тоже едет, мчится просто. О! На тебе. Третий. Третий полицейский, это хорошо. Оп, такой трюк, ребят, трюк, смотрите. Ладно, не получился трюк. Я хотел красиво так между этим, ну ладно. Смотрите, трюк. Ну, почти. Погнали, ребят, дальше. Я немножко подрядить, ребят, захотел, вы не против? Стой, 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 сейчас вот можно самому дошутиться. Вот он впереди, ребят, смотрите, еще один. Чё дела? Чё дела? Чё дела? Проблема, проблема у вас какая-то, ребят. Бам, еще 5-й. Вот, тут хотя бы чё там, вон сколько полицейских гоняется. Безобидных просто. Как комары, ребят, летают. А вон он, наверху один стоит. Чё он стоит? Кто? Север 13? Сколько еще? 2 минуты с вами кататься? Вы вообще издеваетесь, на. Что происходит? Вы видели, там машины летают. С ума сойти. Так, подождите, сейчас, чтобы они меня только не потеряли. Они умеют, ребята, они умеют. Вот. Следуй, следуй. Отбой. Отбой. Оп. 6-й, кстати. Еще две тачки.
Еще целых две. Понять, кто из них, вот кого я трогал, кого нет, это уже сложно. Так, ладно, что-то я опять слишком разогнался. Все по-прежнему, да, у вас все по-прежнему плохо. Диспетчер. Все свободные экипажи, вы где вообще? Оп, еще один. Да-да-да, так и будет. Вон он, еще один, смотрите, финальный, ребят. Просто лечу к нему. Он даже не представляет, что его ждет, ребят. Ну ладно, его просто зацепил. О, кстати, почти еще время отъездили, отлично. Ай, не попал в него я. Не попал, ребята, не попал. Ну еще 30 секунд отъездить на такси. Бедолага-таксист. Бедолага-таксист. Ну где они там? Что-то они очень... Ой, за мной двое полицейских только осталось. Что-то они очень плохо ездят. Так, а где? Подожди, все, уже нужно отрываться понемногу. Погнали гнать просто. К этому месту, моему любимому. Будем пробовать. Выиграли все пари. За минуту нужно успеть оторваться. У меня есть еще лучший план. У меня есть план получше. Как раз один полицейский остался. Насколько это идеально. Бедолага ты один, да. Стой. Все, я заезжаю, ребят, в гараж. Отлично. Дуэль. Вот, но это все будет в следующей серии, конечно же, потому что у нас еще есть тут гоночки, гоночки. Блин, тут максимум, максимум. Все вот этот максимум, максимум. Как-то надо будет... А я, возможно, с копами, да, еще буду вне серии немного гонять. Но, опять же, потому что вероятность погони максимум. Вот, ну, эти три гоночки я выполнил уже вне серии. Здесь я все выполнил, только три гоночки мне осталось вне серии выполнить. Ну и все, ребята. На этом буду заканчивать эту серию в описании телеграм-канала, ребята. В следующей серии у нас босс Иси. Каждую серию босс, ребят, каждую серию босс. Где вы такое видели? Ну, вас, может, где-то видели, ну ладно. Все, ребята, спасибо, кто смотрел, ставим лайки, подписываемся на канал. Все, ребята, всем спасибо, всем пока.